Сейчас, в 2017 году, день рождения города Одессы, 2 сентября 2017, приходится на цифру 9, то есть конец девятиричного цикла. Это говорит о том, что со следующего года, уже с этого дня рождения, со 2 сентября 2017 года, начинается новый девятиричный цикл для города Одессы. И я скажу, что он неплохой, так как в карте, как мы видим, этого замечательного города выделены очень сильно два знака. Знак Скорпиона и знак Льва. Во Льве находится Солнце. Это говорит о том, что Солнце здесь очень сильно расположено. Также здесь показан знак Льва, как 10-й дом в гороскопе. Это говорит о том, что в этом городе всегда будет работа. Всегда будет присутствовать возможность найти работу и хорошо заработать. Также в Скорпионе находится Марс, знак хозяин Скорпиона. Это говорит о том, что Одесса всегда будет импульсивным, энергетически сильным городом. Более того, так как это водный знак, это уже подтверждает то, что порт это является одной из достопримечательностей города, и не только как достопримечательность, но и как средство для заработка. И с этого года, в принципе, начинается очень интересный период у Одессы, и уже с конца 2018 года одесситы могут начать испытывать радость во многих отношениях, и в плане работы, инвестиций, и во всех отношениях улучшения все-таки Одессу ждет уже. С 2020 года в Одессе начинается золотой период. Так что, вот такие мои прогнозы, очень довольно-таки обнадеживающие и хорошие.